Здравствуйте, дорогие зрители! Хочу вам показать схему подключения моей автоматики. Так, значит, вот сеть 220, блок питания от 5 до 12 вольт для питания. Вот он. Для питания самой Arduino Mega. Вот подключение. Сами пины 5 вольт, земля, раунд 8, 8, 9, 10, 11, 12 пин SEL и SDA и пины Shield LC. Значит, 5 вольт приходит на плату расширяющую, я такое делал для удобства подключения, и раунд также само. Так, 8 пин идет на пищалку, на IN, ground на плату расширения минус, и VCC 5, плюс 5 вольт идет на 9 пин. Так, дальше реле насоса подключено к 10 пину. На IN, ground, земля и VCC плюс 5 вольт. Твердотельное реле плюс подключен к 11 пину, минус подключен ground. Так, и температурный датчик DS18B20 черный, желтый и красный. Черный подключен ground, желтый подключен к 12 и красный подключен плюс 5 вольт. Так, часы реального времени. VCC подключен плюс 5 вольт, ground земля, SCL на плате Arduino и платы расширения LCD на SEL и SDA, непосредственно на SDA. Так, поэтому вроде бы у меня все. Так, сейчас я вам покажу именно свою автоматику в разобранном виде, как она у меня все реализована. Так, сейчас мы ее разберем. Да, конечно, извините за видео, что так с помехами. Не хватает, конечно, мне штатива. Так, ладно, откручиваем винты и защелки. Так, вот можно видеть твердотельное реле. Вот сама Arduino. LCD Shield и за ней LCD монитор. Так. Сейчас попробуем ее снять. Вот, как видите, все провода подпаяны к шилду, все согласно схемы, и идут распайка идет вся на непосредственно дополнительное дело соединительную клемму. Вот часы реального времени, вот так вот оно все реализовано. Блок питания на 8 вольт с какого-то зарядного брал. Реле на 5 вольт для насоса. Сам LCD. Вот немножко вот тут пришлось
просверлить для крепления. Так, ну, сейчас соберу все потихоньку на место. Вот так вот закрепится на четырех винтах. Вот уже установил Arduino. Подключили питание. Ну, все соединено на клеммах. Что подпаяно. Так вы уже видели, так собирается. Да, конечно, одной рукой неудобно и снимать, и собирать. Ну все, на этом у меня все. Будут вопросы, пишите. На днях сниму видео именно своей пивоварни и процесса пивоварения. Ну все, спасибо за внимание.